28 апреля, Лавра. Православная женщина голубей кормит. Дети. Ребеночек. Вот. Сижу на лавочке, ладно. Он там пропускал вход, паспорт не взял. Снимем, что тут у нас происходит. Бедные люди кушают. Такое вот видео. Так, ладно. Полиция. Путь по паспорту. Это, наверное, правильно. Наверное, у кого двойное гражданство, если русский паспорт есть, чтобы такого не было. Ладно. Видите, погодка, Лавра. Все, всем пока.